гостях у сказки. Какие звуки адские. В гостях у смазки. Значит, друзья мои, если серьезно, мы добрались до отеля под названием «Богатырь». Привлекает внимание к себе, да, необычной архитектурой, такой сказочной. В общем-то, из разных мест Олимпийского парка, из парка аттракционов «Сочи парк» это здание видно. Очень круто он, кстати говоря, вечером подсвечен, да? Фиолетовый. Там меняется, да, цвета. Ну и попробуем показать вам, что там внутри. Пока наслаждайтесь видом снаружи. Ну-ка, Владуля, в HD для обоев. Кстати говоря, люди спрашивают, где картинки из каньона Псаху в HD для обоев. Сергей Валерьевич, ответьте людям. Чего надо? Я скажу вам, ребята, что не сразу нам удалось получить разрешение на съемку, потому что сейчас в этом отеле живут представители Олимпийского комитета. Национальных Олимпийских комитетов. Живет американская сборная. Но кое-какую информацию для вас мы получили. Значит, заказы пошли из России, значит, но весь архитектурный проект сделан в Германии. Да? Немецкая сталь. Прям как в Volkswagen. Строили этот отель турки, 270 с лишним номеров, нижняя граница, мы уже говорили, 3900 рублей. Ну и самые дорогие номера, президентские или королевские, как здесь их называют, стоят от 1500 долларов. Вчера запретили снимать телеканалу «Россия-1», а мы выбили разрешение. Вот такая история. Ну, короче, вы первые, кто смотрите, как это выглядит внутри. Пойдем. Ну, это холл, это лифты. Ну, все в таком классическом, да, средневековье. Камелотская тема, камелотская. Рыцарский стиль. Да, смотри-ка, лошадь и рыцарь. Лошадь, по слухам, каучуковая, но не факт. Здесь вот можно чисто перекурить. В этом холле можно, я так понимаю, попить пивасика. Попить кофе. Здравствуйте, мужчина. Да мы русские, что, землячки? А, брат, землячки. Брат здесь выстроил почти всю землю. Да ладно, серьезно? Да ладно, про все тачки снимаете. Да. Засвечусь. Да. Уже засветился. Максим. Откуда ты? Самара. А что ты такой высокий? Родина наших отечественных автомобилей. А ты здесь живешь? Я здесь работаю. Ну, у тебя какого размера ботинки? 47,5. Ладно, брат, мы пойдем. Все, давайте, парни, удачи. Парни, счастливо, приятно. Дикие парни строили, а ты? Опять же, можно кофе, пиво. Ты не увлекайся. Не увлекайся. Ну, бар тянет к себе. Безалкогольная программа. Это ресторан? Здесь завтрак тоже. Завтрак у нас на... Мы не будем отвлекать народ. Да, но, в принципе, красиво. Ну, я вам скажу так, по внешнему виду холла, но это крепкие, да, 4, ну, минимум 4 звезды, да? Лен? 4. А, в принципе, официально здесь сколько звезд? 4. 4 звезды. А в отеле не хватает до 5? Бассейна? Бассейн во дворе там тоже есть. А, бассейн есть, да? Ну и, к сожалению, кроме холла, хотелось бы вам показать и другие помещения, в частности, номера. Но в одни Олимпиады все они заняты, все распроданы. Поэтому единственное, что можем вам показать, самый большой конгресс-холл, да, зал, где можно проводить всякие там конференции. Значит, 400 посадочных мест максимально. Ну, огромное помещение. Все, опять же, выдержано, да, в этих... Ну, да. Здесь более-менее все традиционно. То есть, как бы, здесь можно проводить разного рода заседания, правильно? Можно банкет устроить большой. Хотя я думаю, что и банкетный зал отдельно есть. Но выглядит все очень-очень прилично. Смотрите, дорогой, чистый, еще пока ковролин. Поваляемся? Поваляемся. Итак, тест ковролина. Хорошо, посмотрите, какой проектор большой. Смотрите, система
Ну, в общем, ребят, если вы занимаетесь организацией корпоративных мероприятий, да, пресс-конференций, тренингов всевозможных, да, только не личностного роста, сборов для региональщиков, так называемых. Ну-ка, если проверим. Если вы ищете подходящее помещение, гостиницу или вот целый комплекс для того, чтобы провести очередную, не знаю, очередное сборище, да, работников вашей компании, либо партнеров, пожалуйста, вот отель «Богатырь» в Сочи парке ждет уже вас. «Богатырь»? Отель «Богатырь» с названием, мне кажется. Название немножко, да. Название, вызывает ладно. Вопрос. Но в целом сделано хорошо. А сколько номеров? 270 с лишним. 270 номеров примерно здесь, ребята. Включая есть королевские номера. Там можно расколбас такой устроить. Джага, джага. Ну, короче, ребята, показали отель. Все. Зови сам дам. Итак, интервью начинается с самого главного. You're not getting red, yeah? No, I never get red. You have no shame, yeah? This is my hobby. Only get red. Okay. Ребята, yes. Ребята, мы сегодня представляем вам небольшое интервью с парнями. Но вот один из парней совершенно спит, это Марвин и Уинстон. Не буди его. Don't wake up here. Yes. Значит, парни, это ямайская команда по бобслею. И ребята были у нас сегодня в эфире, но мы хотим поговорить немножко по нашей теме, об автомобилях, да? Мы не будем курить. Да. Брат, мы знаем, что ты большой поклонник автомобилей. И вот о каком автомобиле ты мечтал? Oh my God, what that GTO name, the one in Triple X. I love that car. You know that movie Triple X? Что? Triple X with Vin Diesel. Three X. Yeah. It's that GTO. I love that old school car. I dream of that, having a car like that. But the next thing of it, it's the Audi and the R8. This is a car that I really dream of also. You know that Audi R8, the sports one, like a Lamborghini. I go crazy. Оксана, видишь, у нас нота пошла. Самая классная машина, это из фильма 3X, на который ездил Вин Дизель, GTO, как-то она так называется. Короче, он любит старые тачки, мне очень нравится. Нет, он любит спортивные тачки, потому что на втором месте мечта всей жизни – это Audi R8. And what you have now? I got a little car. I got a bobsleigh that goes very fast. It's 130 kilometers an hour. It's very nice. It's a German made. It's a Wimmer. Yeah. Wimmer in English, but it's a Wimmer in German. So I love that. But on the other end, I got a small little Honda Accord, which is painted like the Jamaica color. Mm-hmm. I show you later on, and I also have I shouldn't say this, because Volkswagen or Audi won't give me a car. So, I got an Audi Allroad, an older Audi Allroad, which is, it's smoking, it's there's oil leaking from it, so I need to send this car to Audi and they give me a new car. That would be perfect. Ну, у меня есть боб, во-первых, это главное средство передвижения, 130 километров в час он разгоняется. Еще у меня небольшая Honda Accord, она раскрашена в цвета ямайского флага, покажу вам чуть позже. И, ну, мне, наверное, не стоит это говорить, а то Audi не даст машину, но у меня старенькая Audi, с которой течет масло, надо ее менять, я им ее отправлю, а мне дадут новую машину. Ну, надо сказать, что у нее еще и X6 есть, с двигателем 3,5. Ну, об этом он не хочет разговаривать. Уинстон, yes. Спроси его, бэйби, какие вообще на Ямайке трудности во время движения? Ездят ли там наркоманы, алкоголики, да, потому что трава, ром, рекой просто льется на Ямайке в нашем представлении. Yeah, but as a bobsleigh pilot, this teaches how not to have road rage, like not to be hangry on the road.
And you know, that's why we become the best driver on the street. But having an Audi or a Volkswagen, you know, you don't have to worry about that, because they're a very fast car, and you go in and out like that. Мы водители Бобов. Тоже, да, мы водители Бобов. Мы на самом деле очень хорошо ездим, потому что это приучает на дороге держать дистанцию, не вести себя агрессивно. Ну и в принципе, когда ты в Audi или Volkswagen, тебе ничего не страшно. За секунду ты добрался. Хорошо отрабатываешь. Да, значит, спроси сам его. Главное национальное блюдо ямайское, потому что все знают ром. Ямайский, да, и Боба Марли. Что еще есть на Ямайке? И бобслистов. Our national food that we have is it's a fish from the sea. They call it like a codfish. That we call it salt fish. And it's a fruit that grows on the tree. They call it aki. Aki and saltfish and dumplings, which is almost like a German dumplings here with meat inside. But this we made with flour and we knead it and we make dumplings out of it. It's delicious. Oh, you make aki. You make flour out of aki? No, aki is like a fruit that grows on a tree. That it's then we combine that with the codfish together. So that's our national dish. Yeah. У нас рыба, треска, по-моему, кодфиш. И еще у нас растет фрукт, называется аки. Вот из этого делается фарш, и мы делаем пельмени. А дамплингс, он говорит? Вот он как раз из этого пельмени dumplings, делает. Дамплингс with codfish and aki. Yes. Да. Yes. Брат, вот теперь, nice. Вот смотрите, брат шутил в эфире, что ему 25 лет, на самом деле ему 46, у него 5 детей. Брат, скажи, вот для тебя нормально, сейчас они договорятся с братом спящим, да? Брат, скажи, для тебя нормально, вот сколько времени женщину любить в день? Вот или в неделю, или в месяц? Это же очень важный вопрос для нас, остро стоит. Человека часа. Русские спрашивают. How many minutes per day you love? Per day? Per day, да. How many minutes? Как долго? Как how long? How long you love woman? One hour, two hour. Without stop. That is a secret. You never say, because next time you go, oh, what great. That's a secret. So it's a mental, you know, that you're going to do something like your job. It's you have to be mentally prepared for what you're going to do. And it's just how long you can continue for, you know. Да, хорошо, спроси, чем наши женщины отличаются от их женщин? А вообще женщин? Русские женщины. Or international women? What difference? I'm yet to find out about the Russian ladies, you know. So I'm still learning. You know, you can't just get up today and know about a person. So, but you know, in this world, women are almost the same. They love the same thing. They love caring, charm, you know, all of these things, as I said, is a package. Love is just, you don't get up and say, I love you, you know. It's with a package. It's the way you take care of a lady, and it's the way you go about doing things around her. Ну, русских женщин я еще очень мало знаю, мне только предстоит узнать о них, потому что невозможно просто проснуться и сказать, все, я тебя люблю, или я очень хорошо тебя знаю. И, как я говорил, и женщины, и мужчины и любят одинаково, им нравятся одинаковые вещи очень многие. Шуба, например. И любовь – это вот как раз быть вместе и узнавать друг друга. Да, брат, и я узнал, что на Ямайке есть очень особенный язык, да, смесь нескольких языков английского, он называет это broken English, да, и очень интересно чисто лингвистически послушать, как ты там лопочешь на своем этом языке. Может быть, ты пожелаешь что-нибудь нам, россиянам, русским людям, да, которые смотрят эту программу, да, мы послушаем, как это звучит не на английском, да, а вот на том тарабанском наречии, который ты используешь повсеместно. Speak with Marvin, you know? Пожелания россиянам, да, от ямайских спортсменов. Something good from Jamaican sportsmen. Well, I'm in love with Russia, so I'm in awesome. I come down here, I come live down here. What?
One man got what's on now. Now, girl, you say, I look good, now, my youth. Too far. No, my youth, then, you know, say, I'm doing it, so then take care, right? What's up? What? Live like a prince, don't you? Shut the door, Maria. You understand that? Скажи, пожалуйста, смотри, чего-то, как он стал таким здоровым? Он родился, он стал крепким. Сколько ты качался? Качался. Что ты ешь? Что ты ешь? Анаболики. You don't want me to tell you. Нет, ты вряд ли хочешь. If you turn the camera over, I tell you. If you turn that camera over, I tell you why I get this. Выключишь камеру. But as you know, living a life up is the way you. I'm a very very dedicated person with everything I do. I'm a very focused person. I'm a very fun person also. There's nothing, you know, anyone gonna take away from my life. If I'm a very poor guy, but I don't like to stay as poor, because if you think that you're poor, you're gonna be like that all the time. So what you do, you gotta uplift yourself and just get your day to day going, and you know, keep going, exercise, you know, you can. And then if you have a fit mind, you know, it goes with the body, and the mind works with the body and heart. Mm-hmm. So that's what I really do. Ну и сам. Я на самом деле, ну, бедный человек, нет, да? Не очень богатый, но я посвящаю себя целиком и полностью всему, что я делаю. Я очень концентрируюсь. Очень и да. Если ты будешь о себе думать, что ты бедный, то ты никогда ничего не добьешься, поэтому надо брать себя в руки, вставать, добиваться, убеждать себя в том, что ты можешь. И вот это все, оно влияет на твой образ мыслей, и твой разум, и твое тело работают вместе, и тогда все получается. Короче, ну, они настолько крутые, но в плане эмоций, парни. Я не знаю, что у вас на шее висит, что. Ну, посмотрите вот сюда. Вот, блин. Это Боб. Это Боб. In gold? У этих парней, вот представляете, насколько они этой идеей увлечены. Кстати, пускай он назовет сайты, через которые вам можно помочь. We have two websites. One is the Jamaican bobsled team, hottest thing on ice, and the JamaicanBobsled.com. Jamaican, C-A-N, bobsled team, hottest thing on ice, and the JamaicaBobsledTeam.com. Короче, парни, мне кажется, эти ребята заслуживают не только уважения, но и заслуживают вашего внимания и помощи. Thank you. Yeah. You have a car? Where you find it? My car. Вот, смотрите. О! Машина, действительно. Крутая тачка. Крутая тачка. Брат, ну теперь ты не получишь Audi за то, что ты отрекламировал Honda. Мы хотели тебе подарить Audi, а ты рекламируешь Honda. Что ты делаешь? Что ты делаешь? This is a 1995 car. That you know deer, you know what's a deer? Yeah. The one that hops, it killed three deer. You. That car, my teammate killed three deer with that car. Трех оленей. Трех оленей? You are a killer? No. Greenpeace. My teammate did. So I get the car, and I repair it myself, and for Jamaica team. Thank you. Мы тебя любим. We love you. Yeah. It's okay. Okay, thank you, boy. You're welcome. Thank you, guy. Вот такие они, ямайские бобслисты. О, парни, они крутые. Да.